Вот эти месяцы, скомканные войной в года, зачем их праздновать? Их невозможно праздновать. У половины церкви сегодня в домах беда. Беда нечастная и боль совсем нечастная. И этот где-то взорвавшийся там снаряд, он твой снаряд, и ребенок твой закричал от ужаса, а ты устал ужасаться и плакать над смертями братскими и восхищаться мужеством. Ты хочешь просто, спокойно поесть салат и выпить кофе под бой курантов, чтобы дольше бодрствовать. А то, что где-то за что-то там умирает брат, не в твоих силах вселенской боли противоборствовать. Там где-то мать потеряла сына, она не ты. И чью-то церковь снесло частично, твоя-то целая. Ну что ты можешь против безумства и темноты, против замашек всех духов ада? Ну что ты сделаешь? И чьи-то месяцы, скомканные войной в года, твой быт. Но эти кто-то Христовы дети, другие, разные. И потому пусть душа твоя глухо всю ночь болит. А тех, кто болен, а тех, кто плачет и кто не празднует.